Джейн. Джейни, ты такая... Так как ее зовут? Джейн. Значит, она тебя не любит. Любит, но платонически, как друга. Ну, я знаю, что такое платонически. Я младше тебя, но я не дура. Дэйв мечтает о Джейн. Дэйв классный. Понимаешь, он всегда меня поддерживал, даже когда у меня не клеилось с парнями. Обри встречается с Ронни. Ребят, вы еще не видели реального мира. Когда он будет столько лет, сколько мне, вы поймете, что самое главное в жизни — это делать деньги. Главное — это оставаться собой, но это, очевидно, не про Ронни. Но выходные только начинаются. Ронни — классный парень. Правда? Нет. Я видел его один раз и еще не понял. Фильм — участник кинофестиваля Sundance 2012. Что? Ничего, просто сюда едут копы. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Ты уже занимался сексом? Честно? Нет, соври мне. Пока нет. А ты? Не твое дело. Давай просто полежим так минутку. Милая, вставай, уже почти 11. Уже иду! И что теперь? Прыгай! Ты как там? Нормально. Нормально. Этой осенью. Пожалуйста, не занимайся сексом с Ронни. Ты не можешь отдать ему свою невинность. Почему? Это что, какая-то драгоценность, которую я должна оберегать, пока не встречу того единственного? Может, я никогда его не встречу? А с Ронни я в безопасности. Я видела справку, что он здоров. Первый раз бывает лишь однажды. Я хочу, чтобы ты был первым. Я никогда не встречал такой девушки, как ты. Хороший ответ. Британи Робертсон, Дилана Брайан, Виктория Джастис, Кристин Тейлор, Джеймс Фрешвилл. Первый раз. Как бы я хотел отмотать время назад. Назад, то есть в пятницу.